Теперь жители 22-го микрорайона смогут выполнять упражнения разного рода, готовиться к сдаче ГТО и поддерживать себя в форме в одном месте. Представители Министерства спорта Нижегородской области и администрации Сарова вместе с чемпионкой мира по пауэрлифтингу Анной Архиповой разрезали красную ленту новой спортивной площадки нашего города. Тренировочный комплекс стоимостью свыше 3 миллионов рублей включает в себя скамью для пресса, тренажеры жим лежа и жим от плеч, брусья для воркаута, рукоходы, шведскую стенку, велотренажеры, степпер, зоны для баскетбола и настольного тенниса. Тренажеров порядка 16 штук, которые все направлены именно на развитие общей подготовки. Также площадка сертифицирована под сдачу норм ГТО. Есть две мишени для инвалидов. Хотелось бы, конечно, чтобы эта площадка стала именно центром притяжения для разных групп населения, для разных возрастов. Егор Черных вместе с друзьями 2 года занимается воркаутом. Среди них есть как опытные, так и начинающие спортсмены. Молодые люди активно участвуют в городских и областных соревнованиях. Специализированная площадка позволит привлечь еще больше людей в занятия уличной гимнастикой. У нас достаточно развитая компания воркаута. То есть мы собираемся с друзьями и занимаемся спортом. У нас есть лидер собственный. И мы сейчас соревнуемся с Нижним Новгородом. Площадка для воркаута – это очень хорошая возможность потренироваться для жителей нашего города. Тренировочный комплекс не случайно разместили в 22-м микрорайоне. Территория активно застраивается и появляется необходимость в доступных спортивных объектах для молодых семей. По нашим наблюдениям, это все-таки молодые семьи. И ребята, которые молодые здесь проживают, они действительно активно используют эту площадку. Даже еще до момента, пока мы не перерезали ленточку, она уже использовалась. Но и в перспективе все-таки у нас зарезервирован здесь участок под ФОК. Поэтому мы надеемся, что это будет, ну, одна из востребованных действительно горожанами площадок. В будущем году департамент городского хозяйства планирует дооборудовать площадки системами освещения и видеонаблюдения, обеспечить свободным доступом к беспроводному интернету. В рамках нацпроекта «Демография» при поддержке Министерства спорта Нижегородской области на территории будут проводить бесплатные семейные тренировки и воскресные зарядки с опытными спортсменами. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.